Вот так выглядит памятник мемориал у нас на Пушкинской площади. Ну что, всероссийская трагедия теперь у нас в итоге. Вот так вот. Смотрите. Сколько цветов. Сколько принесли всего. Это кошмар, конечно. Кошмар формата, потому что у нас погибло, получается, там приблизительно около 350 детей в Кемерово. Плюс сгорело еще заживо около 50 взрослых. И как бы, то есть, за эти данные замалчивают специально, да, то есть, и делают, чтобы это было меньше на самом деле. Говорят, что то есть максимум сотня. Но, как мы видим, формат очень масштабный. И люди по-прежнему, то, что было заявлено с 7 до 10, здесь будут. Но, я так понимаю, здесь люди будут еще долго. Вот такие вот дела, друзья мои. Безумная боль в сердце. Безумное, конечно, переживание. И сердце рвется из-за этого всего события.